Эй, всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить дополнения, вышедшие буквально вчера для Resident Evil 2 Remake. И у нас остался последний, секретный, о котором не было ничего сказано об этом режиме, который открылся только после прохождения трех. Называется он «Нет выхода». Режим называется «Нет выхода». Сложность 5 звезд, как они обещают, должен быть очень сложный. И это режим, судя по всему, это какой-то шериф. И это история этого шерифа. Вот. Я, если честно, не знаю, кто это. Если вы знаете, можете поделиться своим знанием в комментариях. В общем, поехали. Рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Шериф Дэниел Картини получил отчет, когда был в машине. Что? Их чуть не сожрали? В голове сразу же возникли недавние заголовки. Каннибал на свободе. Очередной кошмар. Преступник все еще не пойман. Картини снял руки с руля. Они были мокрыми от пота. Вот и заправка, о которой говорилось в отчете. Бледный от напряжения шериф даже не заметил, что ветер, дувший в окно машины, нес запах крови. Вот так вот, товарищи. Крови. Так, это на него нападает зомби. Он там мозг ему вышибает. И... что? Ну, то это тот самый магазинчик в самом начале. Убейте зомби. Ёптуэй. А их же до хрена, блин. Чем я их буду убить? А, у меня бесконечные патроны на пистолет и аптечка. Вот это ну. Ой, там, блядь. Тихо, 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 тихо. Товарищ. А это что сверху написано? Количество зомби убитых, что ли? И что я должен делать? Ну-ка. Бошку раздавил? Что это было только что? А, они взрываются? Да, они взрываются. И что это? А зачем? В чем фишка? Я не могу понять. Ага. Они теперь меня будут тут... А, это типа раш комнаты, а я должен отбиваться? Все понятно. Вот и тебе и режим. Недаром дали бесконечные патроны на пистолет. Так, а что здесь? Флешка, трава. Ну, наверное, трава. Зачем мне здесь флешка? Я же... 7 из 100, да? Это... Так. Ага. Что-то мне кажется, что однажды наступит момент, когда они со всех сторон начнут валить сюда. Опа! А там был горящий тип, да? Даже не заметил, случайно в него попал. Оп! А теперь бронированный тип. Так. Ублюдок. Так, а там обычный. Твари. Подожди, они опять ломятся? Я же еще с этими не закончил. Ой, блядь, твою налево. Так, что здесь? Электропушка? Семь выстрелов. Ну, это, конечно, прикольно. А. Ну, тогда вот так вот сделаем. Ну, флешку пока мы поберем. Блять, твою. Тудыч.
Слушай, товарищ. Блин, я завязал флешку. Мне кажется, я зря это сделал. Ого! Вот это ёбнуло. Так, что дальше? Так, показалась какая-то нога. Дробовик. Ух ты, ёптадай. И чё? Да это только 20 зомби. Еще 80. Охренеть. Давай, заходи. Стоп. Он меня... Пучая хуйня. Блять, это ужасно. Я хочу вам сказать. Так, пока есть не будем. Лучше б съел. Наверное, лучше б съел. Да. Что здесь в рюкзаке? УЗИ. Ты бейся от меня. Так вот сделаем. Так, УЗИ больше нет. Хорошо. Так, еще один с рюкзаком. Так, а этот с ракетницей. Ну и потом нахуй. Так, товарищ. Дело пахнет дерьмецом. Что лучше взять? Походу зеленую траву, а эту пора использовать вообще. Так, еще один ракетчик. О, привет. Так, это 36. Как это все ебано. Кажется, меня сейчас загрузят. Да. Блять, у меня патронов-то нет, оказывается. А чё там? Ну не дышите, не дышите, дядь. Я вот не помню, как это вообще должно работать. Да ты ж угомонишься, жирная ты сволочуга. Блять, я же испугался. Так, есть что-нибудь путячее?
Рюкзак. Бля, флешка и красную траву тоже возьмем. Все возьмем. И чё? А почему ничего не происходит? А, вон тип лежит. Он кажется живой. Да. А чё взорвать надо, что ли? Я хочу их на следующую партию зомбаков оставить. Нет, все верно. Так, ребятишки, пойдемте-ка сюда. И нахуй вас всех. Бля, бронированный китаец, еще и отравленный, да? Врагов убито 43. Живая электростанция. Модель электропушка. Получена награда. А, у меня вопрос один лишь. Там есть обучение? Есть ли там обучение? Есть. Обучение есть. Давайте, давайте по традиции с обучения начнем, потому что то, что я сейчас испытал, это был просто какой-то пиздец, не знаю, изнасилование младенца. Обучение. Так, так, так. По сути, должен быть несложный режим абсолютно. Как бы. Бегать никуда не надо, стой, стреляй, да и все, да? Вроде бы легко. Да вот не очень. Ну давай. Так, что теперь оттуда, что ли? Ну давай. О, еще и ты вышел. Так, что нам дали? Возьмем все. Раскрошили. Мне кажется, блядь, по консоли они с трех сторон попут. Сейчас двух идут. А потом попут стрел. Так, товарищи, давай. Электропушка. Так, готов. Опа. Привет. Ты у нас здесь важный персонаж. И дробовик. А, у меня нож? Есть?
бесконечный. Да здесь и аптечек мне просто тонну дали. Так. Хорошо. Так, сейчас зараженные буду, да? Да. Конечно, игра не очень блещет разнообразием. Товарищи, вы сюда идите. Здесь у меня для вас. Кое-что припасено. Чих-чих. Блять, заразил все-таки. Нахуй вас. Так, УЗИ. УЗИ, это хорошо. Что делать будем? Объединяем. Кушаем. Да? Да. Все верно. Так, 29 зомбаков. 29. На хардкоре у нас на 40 уже начались проблемы. Так, ракетчик. А ну нахуй всех своих. Пизду. Так. Нет, ты что? Что? Скомбинировать, конечно. И флешку. 40. 40 зомбей мы уже вальнули. Ну что? Вот на 40 начинается какая-то вот хреновина. Так, а дробовик у меня на единичку. А ну-ка, подставляйте свои ебальнички. А, все. Так, тихо. Так, спокойней. Ой, зараженный. Еще одна электропушка. А, получается, эту что мне снизили? Эту выбросим, получается, а эту подберем.
А, пожуй гранату. Ох ты, блядь, еще выжил. Тварь ты такая. Я вам так скажу, это сложно. Это реально. Ёб твою налево. Два выстрела. И кого я должен? Так, никого сзади нет? Нет. Блядь. Нет, не заразил. Мне все время кажется, что сзади кто-то есть. Там, блядь, никого нет. Выбрать. Ой, нет. Нет, нет, нет. Убрать. Стоп. Выбрать. Так. Пошел как ты нахер, дядя. Так, 4. Удар. Разряд. Готов. Не попал. Ебучее дерьмо. Как же он дергается. Так, 2. Ой, блядь, еще ты есть. Так, что же нам сделать здесь? Как же сложно. Это только 55. Может, в натуре с ракетницей ебануть. Так, а что здесь? Дробовик. Этот выбросим нахуй. Этот возьмем. Объединить. Так. Так. Так, и того здесь. Да я хеды начал пробивать. Опа. Что такое? У меня ствол сильнее стал, что ли, или что? У них черепушки разваливаются на части. Химический огнемет. Ну пусть лежит пока, а здесь... УЗИ. Ну я еще и эту-то УЗИ-то не использовал. Давайте используем до конца уж, чтобы было. Так, а здесь смотрите, уже пусто, да? Никого нет. А, 70 из 70? Все что ли? Фу. Ну это попроще, конечно, но все равно сложно. Даже на минималке. Оп, или он.
И он спасает его. Ну, короче, бред наркомана. Получены награды. Выжившие призраки. Первый выживший. Украшение плесневик. Плесневик — это из седьмого резика, который, что ли? Да. Общее время 12 минут 26. Ого. Выстрелов из пистолета 178. То есть это на что-то влияет? И нету, получается... А, это же обучение было. Графы лучшее время. Нет. Ну, скажем так, да, я не в восторге от этого режима. Я думал, там что-то более-менее хоть с запахом сюжета будет, но ни хрена нет. Это банальная там такая стрелялка. Все, отбейся от врагов и все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если честно, у меня нет желания записывать хардкорный вариант этого режима. Поэтому, может быть, я вклею его в этот ролик, а может быть, он будет вообще отдельным роликом. Потому что мне кажется, что это очень сложная кампания на хардкоре. И можно снять по ней отдельный ролик.